Вчера мы с моим братом услышали мяуканье из-под ямы местной канализации. Слышишь? Да. Так как в яме было очень темно, через щель я ничего не видел, поэтому я решил открыть люк. Но после того, как я это сделал, звук пропал, и в яме никого не было видно. Ты видишь кого-то? Нет. Но вдруг буквально в 3 метрах от ямы мы снова услышали мяуканье. На этот раз оно издавалось из кустов. Недолго думая, я сразу же бросился в кусты, чтобы опять не потерять звук. И вот среди кучи палок мы увидели маленького котенка, который застрял и не мог оттуда выбраться. Мы моментально побежали к нему на помощь, чтобы спасти его. И слава богу, нам это удалось. Котенок был очень красивый, и мы решили забрать его домой, чтобы покормить. Но мы никак не ожидали того, что произошло дальше. Ты слышишь звук? Ага.